Пресик-пресик, ребята, вы на моем канале Влада Бест, и сегодня мы играем в игру под названием ПКХД, да, ребятушки, и со мной сегодня снова Машечка. И, ребята, сегодня у нас, сегодня мы будем играть в прятки в ПКХД, будем прятаться по всему миру. Смотрите, ребят, я вам объясню правила. Смотрите, мы можем прятаться только в мире. Ну, например, нельзя никуда заходить в здания, в дома. Одно исключение, мы можем прятаться в башне. Ну вообще... И смотрите, ребята, мы еще когда будем прятаться, мы должны будем сдавать подсказки, где мы находимся. Ну, вы поняли, там, где дома, или там в центральном, ну, в центре. И вот такие вот у нас правила. Так, кто будет читать? Ой, ну да. А почему я? А? Ладно, хорошо. Когда мы читаем, мы идем к домой. В смысле? А так ты говорила, что ты будешь читать. Что я, вернее, буду считать. Понятно. Ладно, ребят, первое место, которое я обнаружила я это место вчера. Для этого мне нужно будет... кстати, ребят, я вам забыла сказать, что мы будем еще говорить. Ты использовала суперкостюм или, например, какое-то зелье, или, например, как сказать... зелье прыгучести. Вот так вот будет. Ой, ребята, вспомнил, мы же прячемся по всему миру. А я уже в здание зашла. Да. Мы три попытки. Да, у нас будет три попытки. Так. Ребят, я еще не знаю, где буду прятаться. На самом деле это тяжело. Ну, я реально не знаю. Так, ребята, у меня есть такой, я придумала, ребята. Так, ребят, ну сразу говорю, чтоб меня не обнаружили, я выключу звук. И теперь, все равно слышно, ну ладно уже. Я хочу... хотя, ребята, зачем я это делаю? Я место придумала поприкольней. Смотрите, чтобы было беспалевно, я лучше... Смотрите, мне надо будет взять совершенно вот такой вот только предмет. Где он? Вот такой вот маленький, но очень умный предмет. Так, мы должны сейчас добежать до вон туда. И потом вот так вот сделать, и у нас получится... И мы окажемся в том месте. Ладно, ребята. Так, делаю вот так вот. Ну, вы поняли. Так, ладно. Так, где... Все, я спряталась. Особенно, если я вот это сделаю. А, серьезно? Так, давай уже быстрее. Иди. Да, я этот супер коктейль брала. Ну ты понял, пауэрапчик. Я нахуй. Да, ты на главной площади. На главной площади. Ты у меня уже три попытки. А ладно. Я нахожусь сверху. Ну и где, ребята? Так, ребят, мне уже страшно. Я тут так сделалась. Кстати, ребят, напишите в комментариях, может, вы знаете, как на Луну можно попасть? Ну, я не знаю. Так и на Луне можно из башни увидеть. Не. Она серьезно думает. Так.
Тихо, я тихоня. Я тихоня, в общем. Просто вот так вот сижу. Просто вот так вот сижу. Лежу, на всех наблюдаю и думаю, она меня вообще найдет? Так. Так, я не знаю. Я не знаю, что мне делать. Ну где? Так, ребят, где этот нубасик бегает? Ладно, хорошо. Моя ЛПшечка бегает. Ребята! А, то не она. Я уже думала, божечки, что ты там делаешь? Так, ладно. А, то не она опять, я думала. Так, ребята. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я выглянула. Я не понимаю, ты вообще человек стоит или кто-то? А, понятно. Понятно. Так, где у нас Машуля? Так. Маша, а ты реально где? Так, посмотрим, ты вообще на моем севере? А, ну да, Машечка. Ах ты! Взяла супер костюм! Ну ладно. О, ребята, я ее вижу! Смотрите, бегает она там. Машусик бегает. Смотрите, бегает она. Туда-сюда. Ладно. А, кстати, а где она? Я ее и не заметила. Где? Она даже не... у меня до сих пор вопрос, как она меня не находит. Маша, в общем, я тебе говорила, что я брала суперкоктейль еще. Это место сижу. Так, ребята, смотрите, как она падает. Ой. Так. Ой, я упала! Я упала! Так. Ребята, я упала. Так. Тогда я перепрятываюсь. Так. Все, ребят, я перепряталась. Все, теперь вот тут наблюдаю, даю подсказку, я теперь нахожусь там, где дома, на высоте. Ой. Ой, ребят, смотрите, я вижу ее дом. Смотрите, у кого-то похожий дом, как у меня. Ой, как у Машечки. Ой, вот такой же самый. И у Милоста похожий. Вот смотрите, тёхнулась она. А, то какая-то девочка. Ты меня нашла. Так, теперь я считаю. Так, я иду в свой дом. Нет, ну я бы, мне кажется, хорошо бы спряталась, если бы... Я просто боялась, что ты меня сразу так вот найдешь. Я думаю, ладно, уже туда, на башню заберусь. Так, бежим. Бежим. Фух. Так, ладно.
надо... Но все равно. Давай. Серьезно. Так, ребята, смотрим друзья. Кстати, ребята, если под этим видео наберется... Если вы под этим видео напишите комментарий, продолжать снимать, возможно, прятки... И тогда, возможно, мы будем еще маскироваться и будет еще играть с нами Лиза Раст. Так, ладно, ты находишься там, где дома, или в центре? В центре. Ага, ты наверху или внизу? Ага, ребята, я поняла, где она. Ну, ты же меня сейчас не видишь, да? Ребята, самое... Ба-ба-ба-а. Понятненько. Так, а что-то притихло. Нет, такое ощущение, что я где-то близка. Ребята, я вспомнила это место. Ребята, я, кажется, поняла. Один раз, когда был Новый год, и мы... А, ребята, посмотрите, кто тут у нас в воде? Ага, ага. Все, я тебя нашла. Ладно, иди к себе домой, считай. А я сейчас буду прятаться. Ребята, я даже не знаю. На самом деле, это, тяжело тут прятаться, тут всякие места искать. Но, ребят, я придумала. Сюда могут забраться не все, но могут забраться. Я уже тебе дала подсказку. Кстати, да, ребята, да, это правда. Кстати, все, ребят, я спряталась. Да. Ага. Не будьте злюками-дизюками. Ладно. Я в центре. Вот так вот посижу. Как сказать? Вверху. Не прям так высоко. Вверху, но не высоко. В смысле? Я ж тебя задала. Хорошо, сюда могут забраться только с суперкостюмом и с пауэрапчиком. И еще сюда могут забраться только у кого есть прыгающий костюм. Так. Так. Интересно, ты меня найдешь или нет? Ты где? А ты вообще сейчас где? Наверху или внизу? Что-то я тебя не вижу. Ребята, смотрите, там, по-моему, какая-то девочка на коте. А, да? А где ты? Мы где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! В смысле? А-а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 -
Я не упала, я не упала. Ребята, вы можете подтвердить, я не упала. Где там наша Машечка? Примашечка. Какую? О, ребят, смотрите, бегает она там. Бегает. Ну да. Ну да, вижу. А что? А это уже как решится. Я тебе и то дала подсказку. Ну все. Какая третья? Это уже так 15-я. Хорошо, я сейчас хлопну хлопушкой. Ребята! Ребята! Ой, ребята! Сейчас она меня... Так, а где у меня хлопушка? Так, где тут у нас вечериночка? Вот. Все. Нет, я хлопаю хлопушкой, внимательно смотри. Все, я хлопнула. Хорошо, даю тебе еще одну хлопушку. А ты внимательно, хорошо, последний раз, последнюю. Ну. Нет, нет, я не. А я тебя нет, а я тебя не вижу вообще. А где ты находишься? А, ты, наверное, на Луне находишься? О, я тебя вижу. Ладно. Я тут сидела. Ладно, сейчас я буду считать. Ну, это последний. Ты будешь прятаться? Да, прячься. Все, прячься, а то я знаю тебя. Так, ребят, смотрите, в Хэллоуине, да, там. Сейчас я вам буду говорить, какие в Хэллоуине важные вещи купить. Первое, это вот эту совушку, она двигается. Второе, вы должны купить вот такую вот кроватку, но она открывается. Это мало их таких-то кровать, и вот эту. И самое главное, вы должны купить вот эту кроватку, потому что она с одеялом. А с одеялом есть кроватки только на Хэллоуин. Дальше вы еще можете... самая важная вещь, это, ну, смотрите, вот такого типа там сидит чувачочек, или зомби, или Франки Мопс, непонятно. Еще вот такое вот мороженка. Ну, в общем, и тут все такое прикольненько. Так, Машечка, ты спряталась? Смотрите, это кубок мне дали. Это кубок мне дали. За что, вы, наверное, спросите? Это просто было невесомость. Оно есть и у Лизы раз, и у Машечки. Кстати, ребят, скоро я вам познакомлю еще с одной подружкой. Это, ну, с двумя подружками. Вернее, у меня еще есть подружка Лос, и она участвовала в красной команде. У нее, в общем, серебряный кубик. Она, ну, куб, ну, вы поняли. У нее второе место, так что... Ладно, ты спряталась? Наконец-то. Так, ты использовала суперкостюм? Точно? А где ты находишься? Там, где дома, или там, где... Ну, на главной площади. Где ты? Там, где дома? А, хорошо, тогда ты наверху или внизу? Ах ты! А ты совсем, ну, на высоте... Высоко-высоко? Или... Или... Почему? Я тебе... Ну, в общем, ты чуть высоко или высоко? Вот же крыса! Ладно, хорошо.
Высоко она спряталась. Ах ты, ладно, хорошо. Ребята, она, наверное, мое место спалила. Там, где я в прошлый раз спряталась, ладно. Ну, я так потом с того места, конечно, упала. Машечка, ты меня видишь? Ага. Сейчас посмотрю. Ага. А ну там ты не ври. Вот, ребят, вот по-любому сейчас где-то так вот бегает и ржет с меня. Ну нет, ну такое миленько. О, я... А, то не ты. То какая-то... То какой-то пацанчик пробежал. Ладно. Так, ребята, пролетела, а Машечку я не нашла. Хэмэ. Так, и где же мне ее искать? Ах, ребята. Слушайте, ребята, у меня есть такой план. Стоп, Маша, ты хочешь сказать, что ты не брала супер-коктейль, но при этом ты... Стой, а ты брала пауэр-апчик? Так ты же говоришь, что ты высоко. Стоп, а ты в суперкостюме? А ты... Как ты можешь сказать, что если ты наверху? Не, ну слушайте, ребят, ну... Читерит. Ну просто, я не понимаю. Сейчас по-любому где-то сидит вот так вот и такая ржет с меня. Ладно, хорошо. Берем суперкоктейльчик и залезаем вот сюда. В смысле? А ну-ка, лезь, где ты? Как ты же говоришь, что ты читерила? Это... Ребята! Я поняла тебя. Стоп, а ты высоко или нет? Еще раз спрашиваю. Ну, какая разница? Тут не ограничено. Ты знаешь, я тебе 15 попыток дала, я не возмущалась. Вот, ребят, вот подтвердите. Напишите в комментариях, сколько я вообще подсказок ей дала. Ах ты! А я тебе всего лишь 6 спросила. Так. Не, ну серьезно. Ну ты внизу или наверху? А, прям высоко-высоко или не очень высоко? И где мне эту... девочку искать? Маша, а ты использовала там, может, метлу? Использовала? Ах ты, паркурчик, проходи. Ой-ой-ой, ребята. А ты покупала метлу или брала? Ребята, я вижу, она на метле летит. Так, подождите, ребят, ну вы ж видели ее, эту кошку. Ага. И розовым цветиком светится. Так, в общем, все, я тебя нашла. Ты летаешь на... Ты летала на паркуре, ты куда-то полетела и упала. Но где ты, это уже... Не мои проблемы. Я тебя нашла. Маша, ну не притворяйся ты этим... шутником. Ну, честное слово. Да я тебя уже нашла, ребята. Ну, ребят, ну подтвердите в комментариях, что она... Машечка, читерша! Маша, крысёныш!
Ладно, хорошо. Ах ты! Слушайте, ребята, а что это я вот тут такая сижу? В общем, такая летаю. А почему? Я ж могу просто вот так вот постоять, посидеть. Я никуда не тороплюсь, в принципе. Медленно. Нет, ну слушайте, но... Маша, ну ты реально уже читер. Ну ты реально читер. Ну как бы... Вот, ребят, ну реально, ну скажите, что в комментариях, что Машечка читер. Ведь я ее реально видел. Ну, это твои проблемы, но я тебя видела. Ах ты! А, ребята, она... Слушай, Маша, а почему ты сказала, что ты находишься в центре, если ты находишься там, где дома? Смысл? Ребята, 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 вон она, вон она! А, тут девка пробежала. Фух, ребята, ну, вот согласитесь, что я реально ее нашла. Но она просто перепряталась куда-то. Да, ребят, я даже скриншот себе сделаю, я ее видела. В общем, ребята, решайте сами, она читерша или нет. Ну, как по мне, она... О, ребята, 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 вон она, вон она, вон она! Барабана, барабана, барабана. Что, что, что? Ты серьезно? Ах ты, читерша! Ага, ага. Машечка бежит. Колоночку включила. Все, я тебя нашла. Я... Ага, я сейчас с тобой даже сфоткаюсь. Все, я уже сфоткала. Ладно, ребята, напишите в комментариях, вам зашли прятки или нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить крутезны. Лучше. Да-да-да, ребята. Ну ладно, ребята, обнимашки-целовашки. Да, обнимашки-целовашки, подпишись на канал, нажми на колокольчик, поставь лайк. Всем пока. А я играю на гармошке. Посмотрите на нее. Тупо. Вот тупо, ребят, вот посмотрите, тупо скало. Ой-ой-ой, а тебе не жалко колонку? Ладно.